Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И мы продолжаем играть с вами в симулятор магии. В прошлой серии мы с вами прошли полностью до конца всю карту, изучили все навыки, ребята. Последние навыки — это у нас метеор. Вот такая вот штуковина падает с неба и всех растаптывает. Вот такой вот Thunderstorm, кстати, прокачался до 12 уровня. И вот такая вот черная дыра, которая выносит все на своем пути. Ребята, вышло обновление, ребята. Неожиданно вышло обновление, я сам не ожидал. Кстати, черная дыра мне наносит 78 тысяч урона. Она уже 10 уровня. И, кстати, в обновлении повысили прокачку уровней до 30-го. Было до 20-го. Я, кстати, ни одного до 20-го так и не докачал. У меня есть вот буквально метеор до 15-го. То есть качаться еще далеко-далеко. Да, ребята, я еще купил X2 прокачку, потому что я думал, что все-таки нужно докачать. Вот. Вот эту штуку я еще не покупал, ребята. То есть все еще в будущем, ребята. В общем, добавили телепорт. Наконец-то телепорт to spawn. Но сделайте еще, пожалуйста, телепорт по локациям. Хотя бы за робоксы. Пожалуйста, ребята, разработчик, услышьте меня. И добавили новые скиллы, что самое интересное. Кстати, если вы заметите, я нафармил 204 миллиона. Это не тысячи, это миллионы. И сегодня мы будем искать наши 7 новых скиллов. Написано именно 7. Не знаю почему, хотя коробок 8. Итак, у нас сейчас есть 8 скиллов. Так, тихонько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я черную дыру прямо здесь запустил. Давайте начнем искать. Начинаем с первой. Так, юзаем. Что у нас здесь? Дуст Бласт. Ну-ка. Ага, я все изучил. Хорошо. Дуст Бласт. Что это за штуковина такая? 25 урона. Так, давайте мы с вами снимем то, что у нас сейчас одето. Наши максимальные скиллы включаем. Dust Blast. 25 урона. И как он вообще выглядит? Так, одеваем. Что это такое? Что это было вообще такое? 25 урона. Куда они наносятся? О, ничего себе! Капец, смотрите, какое расстояние. Я просто могу вот аж туда могу ударить. Реально на пол карты. Смотрите, я могу туда отправить? Ага. Смотрите, летит, 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 летит. Ага, значит, примерно вот такое расстояние, как до вот этого вот босса слаймика. Ну-ка, попаду. Да, 35 урона. 35, а, оно уже прокачалось, потому что второй уровень. Да, у меня X2 прокачка, то есть два раза быстрее прокачиваться. Так, Dust Blast мы с вами проверили. Пойдемте дальше. Второй скилл у нас, что у нас будет здесь, в этом ящике? Мега Фаербол. Так, взяли. Окей, больше нет. Ладно, давайте сразу третий купим. Light Beam. Окей. Так, четвертый за 200 тысяч. Explosion. Хорошо, это какой-то взрыв. Хорошо. Так, пятый скилл. Спайк. Ice Spike — это ледяное копье, получается, ледяной шип. Так, за 3 миллиона, ребята, покупаем. Что у нас получилось? А, здесь ничего. За 3 миллиона ничего нет. Значит, у нас осталось за 8 и за 30, ребята. Самое интересненькое мы оставим на потом. Так, Dust Blast мы с вами проверили. Неинтересно. Так, фризон, это мы с вами делали. Мега фаербол. Так, проверяем. Light Beam проверяем. И Explosion проверяем. Ice Spike еще не проверили. Ice Spike нужно проверить. Запоминаем. Так, мега фаербол. Что оно делает? Фтюнь. Сколько? 80 урона. Ну, такое. Кстати, это сколько? Как далеко он летит? Давайте проверим. И вот так, вот так, вот так. Ага, примерно как прошлые скиллы, то есть начальные. Но по 80 урона. Прикольно, мега фаербол. Мне нравится, я могу... А ну, он... Радиус какой у него попадания? Хорошо лупасит? Ну, вот так вот. Так, light beam. Как... Ух ты, ёшки-кошки, прикольно. Слушай, а если я вот туда нажму? Это получается... Луч света! Офигеть! Вы посмотрите, как он лупасит. А я прошибаю насквозь? Проверим. Не сработало. Слушай, не сработало. Так, я, по идее, насквозь не прошибаю, да? Ага, то есть я попадаю именно в ту цель, которую навожусь. Ну-ка, давайте им в грибочек. А ну-ка, луч света. Прикольно, можно на всю карту. Смотрите, я сейчас аж туда, в конец карты, смотрите. Футюнь, он вернулся. Так, я не попал никого. Давайте вот чуть поближе, по снеговикам. Попал, не попал, не знаю. Прикольно. Воу! Что это было? А, я не туда нажал. Так, давайте Light Beam Explosion. А, небольшой взрыв. Это типа ядерной бомбы, но маленькая бомба. Вот так. А, массовая. Хорошо. Хорошо. Наносит она у нас сколько? Light Beam наносит там 800. А я могу здесь взорвать? Ага, 800 урона. Все, я понял. А еще дальше. Ну-ка, давайте мы по грибочкам сейчас жахнем. Ага, 1000 урона. Прокачалась. Хорошо. Еще мы должны с вами протестить. Так, давайте мы это убираем. Убираем. И убираем.
Протестим Ice Pick. 1300 урона. Ну, немного. Мне интересно просто, как она работает, эта штуковина. Так. Ага, ледяная штукенция падает с неба. Я понял. А если туда запулить? Вон, видите, падает. Бум! Блин, круто, круто, круто. Мы сейчас кинем на этого босса. Держи, босяра. Вот. Джик. Попало. Так, хороший скилл, но у нас еще осталось два самых интересных скилла. Вот это вот будет вкусняшка. Ну-ка, за 8 миллионов мы получаем с вами... Я не могу получить ничего, слушай. А почему? Ладно, за 30 лямов есть что-то? Супернова. А есть еще что-то здесь? Нет, больше нет ничего. Так, значит, мы все получили. Написано 7 новых скиллов. Ладно, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять... А где 7? Слушай, а где 7? Мы все купили? Здесь нет ничего. Здесь нет ничего. Так, хватит Ice Pick бросать. Так, здесь ничего нет. Мы все купили? Так, давайте по кругу пройдемся. Мало ли... А, гейзер еще остался. То есть в этой коробке 3 скилла. Все, в этой коробке 3 скилла, все. Хорошо. Пойдемте, протестим все скиллы. Мы уже купили максимально все новые скиллы. У меня осталось 173 миллиона. Могли бы они, кстати, сделать лучше бы новую коробку добавили и сделали скип, который стоил там, не знаю, 100 миллионов, 200, 300, 500. 500 миллионов. 500 миллионов было бы самый раз. То есть надо бы пофармить на 500 миллионов где-то час. Час фармить, можно было купить скилл. Так, в общем, мы с вами должны протестить. Ice Pick мы убираем. Ох, супернома, 24 тысячи урона. Стой. Так же наносит, как и черная дыра в начале. В начале черная дыра наносила столько же. Хорошо. Так, мы с вами не проверили еще гейзер. Давайте проверим гейзер. Что делает-то гейзер этот, а? Так. Ага, подбрасывает. Реально подбрасывает, смотрите. А он массовый? Давайте мы посмотрим. Вот два кубика рядышком. И да, еще и массовый. Но нам это не интересно. Мы убираем этот гейзер. Так, и оставляем теперь самые крутые скиллы. Мы берем с вами Thunderstorm. Мы берем с вами Black Hole. И берем с вами супернову. Стоп, стоп, стоп. У меня же 3 скилла всего лишь. Ладно, ладно, убираем. Одеваем супернову. Фух, так, у нас с вами еще осталось метеор. В принципе, хороший скилл. И все. Ну, для метеора покупать... Понимаете, что я могу выставить себе на панель? Ну, метеор. Метеор могу выставить. И ради этого покупать сейчас вот эту штуку за 500 робоксов на 8 умений. Я не вижу смысла. Боже, я пооткрывал кучу всего. Так, проверяем. Thunderstorm у нас остается, наносит у нас урона 35 тысяч. Черная дыра, она у меня очень сильно прокачана, наносит уже, смотри, сколько урона. 78 тысяч. А теперь супернова. Что это будет? Офигеть! Она очень красива, вы посмотрите, что она делает. Она, получается, работает как черная дыра, то есть противоположность. То есть это черная дыра, а это белая дыра, суперновая. Да-да-да, и вся карта белая становится. Она сейчас прокачиваться будет, по идее, по 6 тысяч за раз. Так, прокачалась? Нет, не прокачалась. По идее, следующий уровень уже должно быть у нее 30 тысяч урона. Так, давайте мы на этих зомбачках. Хлоп. Сколько, да? Сколько? Да. Она точно такая же, как и черная дыра. Значит, на 10 уровне она будет уже бить 78 тысяч. А если юзнуть вот так, супернову и дыру сразу одновременно? Черная... Да, они одинаковые, посмотрите, они реально одинаковые. То есть вот черная дыра срабатывает, в центре вот такая вот черная аура, а здесь получается белая дыра. Офигенно, блин, вот это реально круто. Так, можно идти теперь фармиться на самых топовых мобах. Вот здесь, например, бум-бум делать вот такой. Так, сколько у нас урон у Тандерсторма? Да, пока Тандерсторм сильнее, но стоит прокачать один урон, вернее, один уровень сейчас нашей супернове. Она уже обгонит Thunderstorm. Да, Thunderstorm у нас 35, а здесь будет 30 тысяч, 36 тысяч. Так, а если кинуть черную дыру, а потом суперну, кто кого поборет? Все-таки, слушайте, что у нас сильнее? Смотрите, если я кидаю черную, белую дыру, скажем, суперновую, и черную, то у нас черная перекрывает, становится небо у нас такое. Ладно, а если мы кинем с вами черную дыру, а потом белую, что произойдет? Ага, значит, немножко позже, потому что белая срабатывает чуть быстрее. Хорошо. Значит, мы кидаем черную, а потом белую. Она перекрывает? Да, все-таки белая перекрывает. То есть, что позже юзнешь, то и сработает. Так, этого босяра, в принципе, мы убивали. Так, что мы делаем? Мы сейчас проверим вот так. Раз, два, три. Три скилла сразу. Хлоп. Нет, все равно, я, видите, этих мобов не выношу с одного удара. Но радиус поражения у них просто колоссальный. Смотрите, супернова прокачалась и уже бьет 36 тысяч урона. А наш Thunderstorm всего лишь 35. 36 тысяч урона, это вам не цацки-пецки. Смотрите, хлоп,
и вынесли. Сейчас мы вот здесь вот. Да, видите, они уже немножко побиты, я здесь фармился немножко. Так, бум. Плюс 225 тысяч с одного моба получаю. Видите, боссов сразу. Сразу три босса появилось. О, сколько здесь мобов, смотри, 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 просто сейчас. Мега фарм. Это называется мега фарм, ребята. Сейчас мы вот здесь вот юзаем сразу вот этих кучу. Бум-бум-бум-бум-бум. И давай черное еще добиваем. Отлично. Теперь здесь, смотрите, юзаем все три скилла одновременно. Бум. Блин, игруха крутая. Мне нравится сама анимация вот этих вот всяких умений. Конечно, музыка здесь не очень в игре, но сама игра крутая. Смотрите, теперь я могу фармить сразу двух боссов. Если я их убью, я получу сразу 30 миллионов. Так, это вам нам не с метеором фармить. Здесь теперь получше. Метеор, конечно, теперь ушел в прошлое. Мы его больше не юзаем. Ну, пока я не купил себе геймпасс за 500 робоксов. Но, скорее всего, покупать его, естественно, не буду. За делающий моб. Подождите, три босса вместе. Вот что это. Вот где крутая штука. Три босса вместе, вот это реально топовая тема. Так, у этих боссов получается 1 000 000 хп. Смотрите, я их эти двух уже почти вынес. Так, вынес? Нет, еще один прокаст, и один из них уже скукожится. Смотрите, черный дыру. Все, 15 миллионов. 15 миллионов с одного босса. Так, и второй, в принципе, тоже. Смотрите, мы ему даже можем просто супернову дать одну, и он уже ляжет. Бум! 207 миллионов. Заработали больше, чем у нас было. Ребят, на этом я серию заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!